Хотела бы вот узнать, в крещение обязательно в прорубь купаться? А то, я не знаю, мне очень страшно. Можете вот на этот вопрос ответить? Не обязательно. Не обязательно. Совершенно. Более того, вам скажу. Купание в проруби, оно непосредственно к крещению не имеет никакого отношения. Даже готов вас удивить. Само крещение Господа Иисуса Христа происходило на Иордане. Там вообще проруби не было. И быть не может, потому что снежок бывает, конечно, там в Палестине, но льда на реках нет. Это наш такой русский боевой обычай. Вот, только и всего. Поэтому он может быть, может не быть. Понимаете? Если на Пасху яйца красить или не красить, от этого Пасха и значение не меняет. Так же и погружение в ледяную воду. Любители, ну, доброго всем здоровья и покупайтесь, сколько нравится. Бодрит, бодрит. Бодрит, очень освежает. Вот. А кто боится, и незачем. А не дай бог еще насморк какой получим.